Miramax Films представляет. Фильм Квентина Тарантино. Пэм Грайер. Сэмюэль Л. Джексон. Роберт Форстер. Бриджит Фонда. Майкл Китон. И Роберт Де Ниро. В фильме «Джеки Браун». В фильме снимались Майкл Боуэн, Лиза Гей Гамильтон, Томми Тайни Листер-младший, Хэти Уинстон, Сид Хей, Эми Грэхэм и Крис Такер в роли Бомана. Привет, привет. Оператор Гильермо Наварро. По мотивам книги Элмора Леонардо «Ромовый путь». Продюсер Лоуренс Бендер. Для пассажиров первого класса объявляется посадка на рейс 710, вылетающий по маршруту Коба-Сан-Лукас. Buenos dias. Мы приветствуем вас на борту нашего самолета.